signal's topped out. It's nearby. It's too dark. I need light. Where's your flashlight? You took it. Right, right. Did I drop it? Did you see me drop it? Jim! Over there. There we go. Hey, Nedry! You get stuck or something? Nedry, you deaf? I'm not climbing that in my new tamales. Hey, I'm gonna go around. It'll be faster. Перед цим, дорогі подписчики и зрители канала, с вами Дарт, и мы продолжаем играть Jurassic Park The Game. Мы нашли тачку Недри, джип вот этого туристический, да, в котором он, до которого он пытался, на котором, точнее, он пытался доехать до пристани. Сейчас будем разбираться, что там и как. Короче, внутри сидит у нас, я так понял, Дилофозавр, по звуку слышно. Стекла грязные, он же там ехал в дождь, там везде грязюка была, короче, вот. Поэтому хрен она что там увидит, но он сидит внутри, я вот уверен. Сейчас проверим, кстати. Ну, можно поговорить, конечно. Блин, опять я на своем испанском. Не знаю я испанский, понимаешь? Да ты заколебала по-испански шпрехать. Мистер Чедвик, я вас жду. Он не появится, это закон жанра. Он появится только в говне с такой ситуацией. Так, ну давайте за ручку подергаем. Давай, как я открываю холодильник в общаге. Причем чужой. Ёшкин крич. Я думал, он на нее нападет. Он сбежал. Я же говорю, и появился такой резко, да, типа, фу, ничего не произошло. Что-то прыгнуло на меня. Эта тварь была на твоем друге, такое ощущение, что они бывшую его обсуждают. Что это, мать его, за зоопарк, действительно, кстати. Любой посетитель паргирского периода. Просто какое-то животное, ну да, конечно. It doesn't matter. We should get out of here. No, no, no! If we leave now, we don't get paid. Crap! Oh, Dodson's gonna kill me. Is Dodson gonna kill me? Don't worry about him. Ну да, действительно, что-то беспокоишься, потому что какой-то дочь набил. Okay? Ему пофиг на эту тварь, пока он его не увидел. Он бы уже обосрался. You know, куда смотреть, горит? Принц. Your man took a walk. Как в игре следопытов. Это где такая игра? That's how we find the canister. Okay, that makes sense. Ну погоди, что если один из них... Ах, ты какой, ты посмотри, а? Трус, блин. Ну понятно, обычный офисный клерк, который все заслуги хочет присвоить себе, чтобы его повысили, но при этом делать ничего не хочет. Ну, именно и по жанру фильма. Я не говорю, что вот именно в жизни люди такие же. Имеется в виду по жанру фильма, они всегда примерно такие же. То есть ничего не хотят делать, короче, но если что-то выдается, они это все себе присваивают. Так, очки нашли, отлично. Слепой в темноте, ну да. Дилофозавру палочку кидать и говорит, принеси, это он, конечно, молодец. Так. Короче, игра, походу, зависла, блин. Вообще, ну, кайф. Понятно, короче. Подводит она меня сегодня. Так, ну я заново, короче, зашел, да? Там просто игра глюканула. Так, давайте посмотрим на следы. Тут вот еще одни есть. Вот давайте посмотрим на следы. Так, теперь не виснет, отлично. Баллончик отменил, ну да, следы туда видно. Но не, обратно же возвращается, это видно уже. Так, ну давайте опять заберем очки. Да, 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 мы в курсе. Так. Так,
Так, следы позыркаем, Дилофозавра уже на этот раз. Но эта тварь его преследовала. Палочку ему несла. Так, ну здесь больше ничего нету. Можно поговорить. Ради кого? Ради ребенка своего или кого? Он там делает эту фигню вообще. Не знаю, она, мне кажется, уже пожалела, что приехала на этот остров. Он принадлежит офису над джунглям. Это она про человека сейчас, надеюсь, сказала. It was a heavy man, not hard to track. Mr. Chadwick, you can help me with the lights on the car. В трупе копается. No, listen, I'm busy. Так, ну для начала надо все посмотреть. Пойдем вот сюда. В доки, вот эти вот знак, где вот этот доки, где он там еще со стрелкой запутался, когда психанул там. Типа и туда можно. А он, я так и не понял, он поставил знак или он его бросил? He was trying to come to us. Так, что там со следами? Человеческих следов тут нет. No human tracks here. Ясен перец. Он не дошел до туда. Так, ну давайте к дереву теперь вот пойдем, где там встретился он с Дилофозавром, который с дерева спрыгнул. Че, они еще и по деревьям лазят у нас. Мистер Чадвик, you can help me with the lights on the car. Короче, самому надеть, как тут, я уже не знаю, от своего лица говорить или от лица персонажа, за которого играю. Буду говорить от лица персонажа, наверное. It came after. Not in a hurry. It was interested. Так, мы посмотрим вот на ленту, ну, на этот канат, или как это назвать. Хороший крепеж, он мог освободиться. Хороший крепеж нормально сделал. You could have gotten free. Так, опять, наверное, следить за следами, да? Так, следим. Tracks lead here, but it's too damn dark to see. Понятно. Так, ну, блин, тут все, наверное, что? Больше ничего не вижу. Вернемся обратно. Так, что тут есть? О. За это забыл посмотреть. Или это не было в прошлый раз? Ну да, кстати, если вы заметили, я не читаю, что они говорят, потому что я посмотрел предыдущую серию, там просто я бубню все, что они говорят. Легче вы будете сами читать, что они говорят, а я буду сидеть комментировать, потому что успевать и комментировать, и читать не получится. А просто мой бубнёж как-то слушать, то есть все, что они говорят, вы сами, мне кажется, можете прочитать, смысла я не вижу тоже. Так, ну давайте сейчас свет настроим. Так, я думаю, на ту зону, где его, да, вот сюда. Где вот дерево вот это вот. Потому что там оно нигде бесполезно. В принципе, можно там, конечно, посветить. Там какие-то дополнительные знаки вопроса откроются. Но я не вижу смысла. Вот что меня напрягает. То, что на тачке, вот на тачке эмблема, да, написано Jurassic Park. Но при этом на костюме Недри, да, вот это дождевичок или что это такое. У него было написано, как вы заметили, парк юрского периода, то есть по-русски. Блин, парни, если вы вот видите Jurassic Park, если вы русифицируете по полной программе. Чего вы что-то по-русски, что-то оставили таким, каким было? Это как-то не очень. Опа, яички. Ну, скорлупа от яиц. Дилофозавры начали размножаться уже. Как он так резко подошел? Напугал меня. What's the problem? Nothing. Did you find it? The canister's not here. Oh, crap. Oh, I'm so screwed. Только об этом и париться, потом баллончики. His trailing's back at the car. You must have missed something in there. Not a chance. I turned that thing inside out.
Не люблю думать мертвым толстяком. I'll take a look. Knock yourself out. I could use some fresh air. Вот видите, Паркерский, ну блин, ну как? Везде вы так написали. Так, что у нас тут? Жуткая смерть. No canister. Никому такое не пожелаю, конечно. Так, что у нас еще тут есть? Так, у нас тут опа. Что это, сода? Он вообще сладкое любил у нас. Так, она перегадает в детектива. Офигеть, от него вмятина осталось. Вот это он жирнее, конечно. Не, ну это понятно, но как банка именно туда же скатилась? Там все-таки дождь размыл немного дорогу, она могла поменять направление. Ну да ладно. Нам нужно было найти баллончик, все-таки мы его увидели в самом начале игры, что она с ним бежала. Так что... Как уж она его нашла, не так важно. Ну да, конечно, почистил, он прям новый стал. Ну, чистенький. Вот видите, я же говорил, все себе присвоил. Ten years of research, millions invested. Ну да, понятно. It's the next wonder of the world. You want a screw in, Jen? This is it. Вот оно, драгоценное. Так. Ну скажи ты ей уже. They got nothing. О, dinosaur embryos, honey. Don't tell me you thought we were after shaving cream. Dinosaurs? Конечно, не понимаешь, блин. You don't need to understand. That'll keep them fresh. Ну это же какая-то штучка есть. Он туда азота добавил или чего-то, чтобы они замороженными оставались. Опа-на. Так, ну давай прямо так и скажем. Dinosaurs. That's right. Вот блин. Oh, crap. Фига, дилосавр дерзкий, сразу прям плюется. Даже не думает. Офигеть, у него пушка! Да, ты видела? Типичный американец. Типичный американец. Такой сразу крутой из пушки стал. We cannot walk to the meeting place, not with these monsters around here. Right. We'll take the car. Bring down the car. I'll stay here. Вообще, спусти, говорит, ее, я тебя прикрою, говорит. Кто напуган теперь, а? Блин, так если у него пушка была сразу, чё он выпендривался тогда, чё себя как дебил вел? Да она же застряла, чё, не помнишь, там дерево, бревно какое-то лежало в фильме. А, ну да, ты чё помнишь, она чё, фильм смотрела, что ли? Молодец, спросил ее, конечно. Так, ну давай потолкнем, ты же у нас мега баба сильная, давай. Чудо-женщина, блин. Испанская версия, да. Hey, Chadwick, move! No, no, this, this is the perfect spot. Нет, место углы прикрыто. Пройдено. Hey, you okay? Idiot! You nearly killed me! You should have paid attention! О, у вас проблемы, товарищ. Lights are gone! The lights are out! Огни прога... Одни, по... Одни пропали, говорит, не погасли. Так, блин, ну что тебя спросить? Заткнись. Нет, давай сосредоточься. Не работает, заткнись. На, по роже. Бум. Так, что сказать? Успокойся. Think of something relaxing. Ну да, действительно, чем-нибудь расслабляющимся. Глупо. I have a plan такая. Plan? Знаешь, что гордо вздирает. Дождаться рассвета. Дай мне пистолет. Ну, забавно. Stop the car? Oh, yeah. Oh, okay. Понятно.
Зачем ты дверь-то закрыл, дебил? Ну, это такое. Ты отремонтируй. Ладно, давай я отремонтирую. Ты собираешься отремонтировать в темноте, говорит? Блин, забавно. That's a loose battery cable. What does that mean? Where's the battery? Так, видим аккумулятор. Блин, что надо делать, я не понимаю. Ну вот сюда, да, и чё? И держать или нажать что-то надо? Что надо сделать? Ну вот здесь, да, и чё дальше-то? Нет, блин, что происходит? Так, ну, нет, чуть-чуть надо совсем. Вот, давай, блин, нет. Чё делать? Давай, вот, надо на огонёк, наверное, вести. О, всё отлично. Давай затянем, там что-то рукой возит, там типа что-то делает. Here we go. У вас проблемы, ребята. What? Блин, на утку сейчас было похоже. Губы утиные такие. Так, сколько их там? Раз, два, три, четыре. Пятый пробежал, шестой тут вот прыгает. Так, бежим к чертям. Прыгаем, в общем. Блин, у него что в пистолете? Бесконечные патроны, что ли? Так, беги к машине. Окей, ты будешь ждать моего кью. Да в смысле столкнемся с динозаврами? Они здесь везде. Вот упырь, а? Вот упырь! Время перед динер тайм, придурок. Так, сейчас увернемся. Хопа так. А, попал, да? И чё, как тебе твоя пушка теперь? И все, жопа тебя. Я не знал, что динозавры тут умеют так прыгать. Ну, именно, который с паркурского периода такой прыгучий. Я не думал даже. Так, ну, мы прорываемся к тачке. Опа! Приятель. А, получил. Так, вот это неожиданность. А, не успел, блин! Чё, теперь я умру? Ну да. Я типа упал, и он на меня прыгнул. Ну, я упала, получается. Так, ладно, побежали, короче, опять этот уродец. Так, сейчас мы от него вернемся. Так, от этого тоже надо увернуться. Так, и... отлично. Так, этот бежит моего дверью. Да. Так, садимся в тачку. Так, какую кнопку... Нет! Блин, два раза в одну и ту же сторону нажал. Блин, все, меня сожрали. Так, блин, опять не так. Блин, лажаю вообще жестко. Так, ну, в принципе, что, серия про дилофазавров и ранг дилофазавр. Все, отлично. Пошел нафиг. Что-то бегают там. Тачка не заводится. Так, что ты сделаешь? Что нужно сделать? А, типа тачка завелась, сцепление там нужно выжать. Ну давай. Если это не автомат, конечно. Вот урод! Мешал. Давай быстрее заводи, пока он стекло не пробьет. Все. Отлично. Давай теперь скинем этого урода. Блин, забавно было. Такой заорал, она вообще пробила ему черепушку. Блин, прикольно. Так, ну вылезай из машины, что делать-то? Не сидеть же тут. Опа-на. Опа-на. Так, нет, не давай ему тебя слопать. Нет, не давай. Опа. Побежали сразу, испугались. Это мы уже знаем по первому видео, если кто смотрел, что это у нас тарадончики. Да, они, походу, тут среди мелких хищников, они тут опасные. Поэтому дилофазавры их испугались и убежали.
Видимо, дилофозавры с ними тягаться не могут, решили драпу дать. Ну вот интересно, вот если дилофозавры вот остались, да, на острове бегать, на кого они охотились? Какие на острове были маленькие травоядные, на которых не могли охотиться? Так, опа. Они повсюду, короче. Вот, блин, он нас цапнул, короче, все понятно. Потом она отбежала, да, мы вот мы играли уже. Жесть, он ее цапанул, и кровища аж брызнула. Офигеть. Это вообще не клево, ребята. Блин. О, они вообще повсюду там. Блин, ну мы помним, короче, да, они преследовали там нас. And... А, так. Ну что ж, на этом я хочу закончить данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала. Ссылка будет в описании. Ну, я так понимаю, лучше не читать, что они говорят, потому что я реально буду всю серию просто говорить. И кого-то это отвлекает. Вот. Ну, надеюсь, так вам тоже будет интересно смотреть, когда я просто не читаю. Ну что ж, всем всего хорошего и до скорых встреч.